Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, что буду читать не только на этих выходных, но и, наверное, в ближайшие недели две, потому что читаю я в последнее время очень медленно, но книг хочу прочитать в ближайшее время достаточно много. Сейчас я, вдохновившись, заинтересовавшись после видео Алиски, читаю книгу «Рельсы чайного Гегеля». Это мое первое знакомство с этим писателем, и не могу сказать, что оно очень удачное, к сожалению. С одной стороны, мне очень нравится, как Мьевель пишет. Мне нравится стиль повествования, мне нравится атмосфера в книге, то, насколько все живо, ярко описано, ты правда погружаешься в этот мир. Но с другой стороны, детали сюжета мне нравятся не очень. Не в том смысле, что я недовольна тем, как автор вворачивает сюжет, но у меня есть вопросы ко всему, что происходит в книге. Мне, наверное, хотелось бы с кем-то эту книгу читать, чтобы каждый раз, когда мне было что-то непонятно, когда возникали бы какие-то вопросы, мне было бы кому их задать. Потому что мне нравится книга, мне интересно, что будет дальше, но бывают такие ситуации, которые мне сложно представить, и поэтому я не могу в полной мере насладиться чтением. Но я, наверное, отложу эту книгу на некоторое время, потому что на следующей неделе выходит фильм «Виктор Франкенштейн», на который я очень хочу сходить, потому что одну из главных ролей там исполняет Джеймс Макэвой, которого я просто обожаю. Ну и, конечно же, перед тем, как смотреть фильм, я хочу ознакомиться с книгой. Я не читала книгу Мэри Шелли, поэтому думаю взяться за нее, может быть, в начале следующей недели, может быть, в конце этой, потом посмотреть фильм, а потом еще и хочу прочитать книгу Питера Акройда. Вообще, я уже несколько раз начинала читать ее, но, несмотря на то, что мне очень нравилось, я останавливалась в главе на пятой и дальше вот никак. Поэтому сейчас я очень надеюсь, что буду вдохновлена после просмотра фильма и, наконец, прочитаю ее полностью. Что касается моих планов на чтение, это вроде бы все. Но еще я хотела вас спросить, в связи с тем, что меня довольно долго не было на Буктюбе, у меня, естественно, скопилось много книг, о которых я вам еще не рассказывала. И так как прошло уже, в принципе, много времени, я не знаю, стоит ли о них рассказывать. Так что напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет ли это вам интересно. И если да, то в ближайшее время я сниму отчет о прочитанном за последние месяцы. Сколько? 3-4? Боже, какой кошмар! Ну и на этом, собственно, все. Буду ждать ваших комментариев, и большое спасибо вам за внимание, хорошего дня и до встречи!